Москва в десятки раз крупнее Ульяновска, а вот проблемы одинаковые. Одна из них – организация общественного транспорта. Столичные специалисты знают, как сделать правильно. Именно поэтому соглашение о сотрудничестве по развитию системы подписано. Мы должны создать комфортную, современную систему транспортного обеспечения людей на современном, безопасном транспорте. В первую очередь специалисты Центра организации движения планируют создать так называемый каркас, по которому движется город. По схеме станет ясно, где ввести выделенную полосу, где организовать парковки, а где перестроить тот или иной маршрут. На некоторых участках здесь действительно есть большое-большое, огромное дублирование маршрутов. Все мы это знаем, в Ульяновской области, так скажем, маршрутчики друг друга подрезают, что влияет на безопасность и так далее. Создание в том числе выделенных полос, например, на определенных магистралях, создание магистральных маршрутов позволит увеличить скорость сообщения между работой и домом многим жителям этого города. И в том числе это не повлияет еще также, например, на скорость реагирования таких служб, как скорая помощь. Ну а пока в регионе продолжают ремонтировать дороги. В Ульяновске почти завершены подъездные пути со стороны Самары, Саратова, Сызрани, Сурского. В этом году планируют расширить узкие участки проспекта Нариманова, установят дополнительные фонари, барьеры и 7 светофоров в Ленинском районе и Заволжье. Федеральным бюджетом выделено 625 миллионов на Ульяновскую область. По решению губернатора все 625 миллионов направляются в город Ульяновск. С учетом его поручений в настоящее время подготовлена программа ремонта дорог, которая будет вот сегодня утверждаться. Сумма более чем 1 миллиард рублей. То есть для сравнения, например, это получается 850 тысяч квадратных метров ремонта дорог. Это больше, чем за 3 предыдущие года вместе взятые. Ко всему прочему, внимание обещают уделить и территориям внутри дворов. Это не только цветники и лавочки, а организация всего пространства с учетом мест для автомобилей и зон для отдыха. В год экологии глава региона напомнил и еще об одной теме. Надо посмотреть сразу и на озеленение, и на вопросы благоустройства, в том числе и на наличие рекламных щитов. Исполняются поочередные и конкретные наказы людей. Депутаты фракции «Единая Россия» на совещании доложили, что проблемные вопросы стараются решать адресно. Ксения Грищенко, Алексей Прохоров, «Вести Ульяновск».